сказал. Не могло быть. Но я видела, что ты весь раненый. Ты рассказывал о том, как мир устроен. Ты себе как руку расцарапала, чтобы узнать, что такое боль. Я не знала, что это. Движущие силы того мира. А я не знала, что это такое. Там даже земля была мягкая. Даже если падаешь, это было не больно. Это остатки того предыдущего. Потом уровень магии начал резко мута. Улетать куда-то. По одному ребенку было в семье. Даже не по двое, там как лимит был на детей. Вот на том, где я жила, на том острове, там нельзя было много детей. И как, знаешь, не больше одного или двух там ребенок в год, ну, неважно сколько, там, пусть будет 10. Но они должны быть все как по очереди разные. И, наверное, перенаселения не должно было быть. На всех магии не хватит. Там на каждого как по сотне должно быть ниже доноров. Там жили, если начинало что-то, там голова болит или что, пошел к этому фонтану умыться, и все хорошо. Фонтан-то был. Сейчас я не знаю. Видишь? Я предложила тебе, чтобы ты подождал, я тебе принесу воды из фонтана, а ты сказал, что ты лучше умрешь и не будешь этой водой пользоваться. Чистая сила, даже не адренохром. Выжатая, фильтрованная через боль сила из людей. Тому и магии нет. Уже новой не появлялось, а это только выжимали, паразитировали и все. Где паразитировали? Паразитизм, там магии нет. Он уходит оттуда, где начинают вампирить. И упадок неизбежен. Это защита у Тора такая, любой вселенной. Деградация происходит. Этот звереныш царапался, не хотел там быть. Ему там было неприятно. А я сказала, что мне нужно возвращаться, но я к тебе обязательно еще приду, если ты никуда не уйдешь. Ты сказала, что не уйдешь, потому что тебе больно. Тебе нужно с силами собраться. И ты не знаешь, куда идти. А я сказала, что завтра, когда родителей не будет. И там никому не нужна была. Там как сами себе предоставлены все. Родители где-то, дети где-то. Общество небольшое. Не играли друг с другом. Во всяком случае, я не помню, чтобы я с кем-то играла, и друзей у меня там не было. Вообще никого.
Потому что дружить с кем-либо было нельзя. Да. Силу не разбрызгивать на дружбу, на эмоции, на все. Нельзя. Знаешь, впечатление, что называла тебя вот как мальчик. Увидела, что вот ребенок и мальчик. Без имени даже. А ты думал, что все, кто живут на острове, ужасные. Угу. А я не очень... Взрослые, да. А я не очень была плохая. Ты сказал, что не понимаю ничего. Но... Не очень плохая. Если бы можно было тебя привести к себе, но это было очень опасно. Ты сказал, что не пойдешь, тебя там найдут, а ты больше туда не вернешься, откуда ты убежал. А я сказала, что ты глупость какую-то рассказываешь, потому что такого нет. Лет 12 максимум, 14, нет, 14, это уже взрослая девчонка, а там вот только-только. И мне так же. Лет 12. И боль везде. Руки-ноги на месте, но все болит. Дотронулся к тебе и руку отчеркивает. Даже страшно. Ну ты чувствовала боль. А я в ней жил. Думаю, что это уже нормально. Я помню, как я поднялась оттуда. Ты попросил, чтобы я была аккуратна, чтобы никто не видел, откуда я. И я пыталась по сторонам смотреть, как это аккуратно. Как-то пыталась, чтобы меня никто не увидел. Потому что ты сказал, что не нужно, что нельзя, чтобы кто-то видел. И я помню вот эту ночь, что я не спала полностью. Я думала, думала. И утром... фонтану не пошла. Такое впечатление, что, знаешь, утром умылся в этом фонтане, и целый день ни голова, ничего не болит, там все так хорошо. Вот на сутки там умылся, и все хорошо. Даже есть ничего не надо против. Целый город вампиров.
Но я не виновата, что я там родилась. Он как-то убежал обратно из этого города. Прорвался, а потом внутрь. Как обратно прорвался, уже повзрослее, помню. С этими воевал козлами. Пандами. Все белые, лысые. Глаза такие вот. Тут как. Черные и тут коричневые такие вот. Так. Ты бы мог сам себя полечить, тебе магии хватало, просто ты говорил нельзя, потому что засекут какой-то выброс неочищенной, нефильтрованной магии. Это я совсем не понимаю. Но ты не мог себе сам полечить почему-то. Разве у тебя была не такая магия, как вокруг? У вас вампирская. Минусовая. Mm. У меня донорская. Могли засечь эту магию? Ну, получается так, или может я перебдел, ну, неважно. Ну, неважно, но ты не мог сам себя полечить. Ну, естественным образом все постепенно залечилось. Я хотел, чтобы все думали, что я умер. Как я туда упал, не знаю. Ну вот притащили. Отключили куда-то. Вырвался. Бежал. Я как изучать куда-то. Притащили. Да, потому что ты был... сколько изучать. Да, потому что ты был уже взрослый, и у тебя остаточная магия не была уничтожена. Тебя как нашли, где-то поймали и притащили, что с тобой делать. Обычным детям сжигали эту магию на маленьком возрасте, а тебя не сожгли. Тебя притащили туда, чтобы узнать, они что именно сжечь, происходит. Да. А она не сжигалась. Я, да, уже я как... страдал, но она не исчезала. Какой-то контур. Ты каким-то образом сумел... Знаешь, как ты смог убежать оттуда? Они не ожидали, что у тебя магические возможности такие сильные. И как незачем было настолько охранять те, кого туда притаскивали, они уже были жертвы. Мона, бля, помнишь клип Викенда? Какой? Он сбежал и к ней. Не помню. Вот недавно был клип Викенда. Он в конце еще крест. Да, что уже, не помню. Он бежит из какой-то лаборатории к девке. Они вдвоем, да. Она его прячет, родители находят. Она его находит в каком-то сарае. Блять, как они это увидели? Суки! Я еще не мог понять, к чему клип. Я думал, что это вот нас взламывали. Накладывали на этих. Суки, все. Суки, все увидели. Она идет с этим. И его увидела. Ну, я там за зверенышем побежала. Да, его под столом в какой-то этой. Как они все видят, мон. Тварь. Уже закрываем их глазики, закрываем. Дец. Родители как сами по себе, знаешь, их как не было, потом появились. Вот оно. Потом уже эти пришли и их немножко расхреначил. Сами тоже лопнулись.
Как они видят все? Как они увидели город матриц пустой с одними роботами, этим сознанием роевым? Они это знают ли? Они это знают. Но вот это как увидели? Он сбежал. Пробило. Они делают эти клипы чуть-чуть заранее, думая, что заранее. Чтобы люди не дали нам вспомниться. И чтобы мы, вспомнившись, не туда ушли. Ну, оно не совсем так, как в клипе. Похоже, как увидели, да. Так и показали, да. Да, похоже. Да. Но они знают, что делают. Они уводят. Лучший способ уничтожить это, изменить чуть-чуть. Знаешь, они еще прячут, они еще одну правду разобьют, допустим, на три разных. Да. И это там покажут, это там покажут, это там покажут. Под разными углами. И разбивают. Размыть, да? На максимум народу и на... И на максимум истории. Максимум исправить, да. Да. Как с религиями получилось, так и... эпосами некоторыми, скажем так. Вот люди чувствуют же, что это было, откликается, и ну там изменено. И вот они именно вот эту измененность и материализуют. То есть мы как парализованы сознанием людей, меняют чуть-чуть нас, а меняют, значит, уничтожают. Подлый враг, реально подлый враг. Они же знают, что делают. И зачем они меняют клип? Смешивая. Причем зачастую они выставляют антагонистами нас. То есть мы сами с собой в разных... Смешивают две истории. Тут мы условно хорошие, тут условно плохие, но как сами по себе. А делают как будто это разные персонажи, но мы друг с другом. То есть сталкиваем сознание людей, нас сталкивают. Твари. Твари. Как сталкивают христиан, условно, и ислам, мусульман. Муадиба сталкивают с тем, кого распяли на облаках, планете облаков, в аватарах. Я сам с собой борюсь. Там я поддерживаю тех, кто на Дюне поддерживал воинов Муадиба. Да. И приходится как вроде сам с собой реально. Сам с собой, да. Сталин против религии был, потом пришлось разрешить все-таки. Потому что сам с собой нельзя бороться. Потому что эти последователи, они тоже... мной уже ломают вселенную, по идее, идут против вселенной. Мои силы ломают коны, тоже меня же просто. Кони честь, честь я местный. Твари. Сложно все закрутили, очень сложно и ломать самого себя. Тебе некуда было возвращаться. Да, там, да. Ты просто не знал, куда возвращаться. Я не знал, где я оказался. И деда, похоже, уже не было. Деда уже не было. Его убили, да. Его просто убили.